Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова канал «Математика бесплатная». Сегодня мы решаем задачу номер 180 по математике, 6 класс, автор учебника «Мерзляк». Эта задача содержит в себе как бы две маленькие задачи. Итак, условия. Белый аист пролетел 48 километров со скоростью 40 километров в час. Сколько взмахов крыльями сделал при этом аист, если каждую секунду он делает два взмаха? Составляем условия. С расстояние 48 километров, В скорость 40 километров в час, время неизвестно. За одну секунду он делает два взмаха крыльями. Сюда мы вставим его время в секундах, вопрос взмахов. Мы должны узнать, сколько взмахов крыльями всего сделал аист. Итак, первым действием сначала мы найдем время на весь путь у аиста. Для этого мы расстояние делим на скорость. 48 разделить на 40 будет 1,2 часа. Это время полета аиста. Вот деление в столбик. Теперь переведем 1,2 часа в секунды, но не сразу, а постепенно. Сначала переведем в минуты. В одном часе 60 минут, поэтому 1,2 мы умножаем на 60. Получается 72 минуты. А затем 72 минуты мы умножаем еще раз на 60, потому что в одной минуте 60 секунд. Получается 4320 секунд. Это время полета аиста в секундах. А теперь это время полета мы можем вставить вот сюда, потому что мы его уже узнали. Итак, я вставила сюда карандашом. За одну секунду аист пролетает делает два взмаха крыльями. За 4320 секунд вопрос взмахов. Чтобы узнать, сколько всего взмахов он сделал, мы 4320 умножаем на 2. Получаем 8640 взмахов сделает аист всего. И ответ 8640 взмахов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем комментаторам буду передавать в своих следующих новых роликах. А всем подписчикам решаю задачи по математике абсолютно бесплатно и выкладываю их на свой канал. До свидания, удачи всем и желаю вам всем по математике иметь только пятерки. С вами был канал «Математика бесплатно».